назван самой дорогой футболист мира. В пятерке самых дорогих игроков Неймар Джуниор из Пари Сен-Жермен, Килиан Мбаппе из ПСЖ, Лионель Месси из Барселоны и Мохамед Салах из Ливерпуля. Игрок сборной Англии и лондонского Тоттенхэма Харри Кейн – самый дорогой футболист мира. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщают аналитики из ЧИЗ Футбол Обзерватори. По данным аналитиков, трансферная стоимость форварда оценивается в 201,2 миллиона евро. В пятерку самых дорогих игроков вошли Неймар Джуниор из Пари Сен-Жермен – 195,7 миллиона евро. Килиан Мбаппе из ПСЖ – 186,5 миллиона евро, Лионель Месси из Барселоны – 184,2 миллиона евро и Мохамед Салах из Ливерпуля – 171,3 миллиона евро. В то же время нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду расположился на 24 строчке рейтинга, он оценивается в 103,4 миллиона евро. Напомним, ранее лидером рейтинга был форвард ПСЖ Неймар Джуниор. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.